В отделе номер 3 межрайонного управления ЗАГС по Одинцовскому городскому округу и городскому округу Краснознаменск чествовали золотых юбиляров семейной жизни – супругов Турец. Григорий Григорьевич и Галина Антоновна поставили свои подписи в книге почетных юбиляров. Одинцовское управление социальной защиты населения производит единовременную выплату супругам к юбилеям их совместной жизни. Для получения необходимо подать заявление в МФЦ или непосредственно в управление.